Первый раз вижу плавающего орлана. И, скорее всего, он попал в беду. Приводнился неудачно. Может, рыбу когда ловил, не рассчитал. И все, взлететь не может. Он же не водоплавающий. Вот сейчас его волна несет к берегу. Ну, минут через пять, я думаю, выкинет его. Обсохнет, и все, и нормально будет. Вот улов. С первого же заброса попался сомик. Ну вот, опять пришла лиса. Куда? Куда спиннинг потащила? Вот сука такая.
Куда спиннинг хватаешь, а? Ты что, его жать будешь? Вот какие вы шкодные. Ну, что? Совсем страх потеряла. Иди давай к себе домой, в лес.